2 миллиона рублей удалось взыскать сотрудникам службы судебных приставов в пользу работников предприятия областного центра. В ФССП находилось 64 исполнительных производства в отношении руководства компании «Битстандарт». Организация несколько месяцев не выплачивала зарплаты. Приставы арестовали имущество компании. Взысканная сумма составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Кроме того, 800 тысяч рублей заработной платы получили работники завода по производству светотехнической продукции. Руководство компании побудило к выплате перспектива уголовного наказания. Взыскание заработной платы – это наболевший вопрос. И в нашей службе он стоит на контроле, и в ФССП в целом. За вот период истекшего времени, за практически 4 месяца, нами уже взыскано более 22 миллионов рублей, как полностью, так и за счет частичного исполнения. Данных производств у нас находится порядка 1000 еще на исполнение. В основном это должники, которые находятся в стадии банкротства.